Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствую всех, приветствую гостей сегодняшнего эфира, сегодняшней презентации, приветствую представителей Всемирной ассоциации интеллект-тренеров, приветствую команду. На связи основатель Международной школы лидеров и владелец Международной сети интеллектуальных клубов, суперинтеллект-тренер 8-го ранга Егор Белозеров. Я благодарю каждого из вас за то, что вы выделили частичку своего драгоценного времени для того, чтобы познакомиться с новейшей индустрией, с новейшей профессией 21 века, которая называется интеллект-тренер, запатентованной профессией, с новым бизнесом, с возможностью реализовать себя и реализовать свой потенциал. Каждый из вас, кто сегодня пришел сюда впервые, вы пришли сюда не зря, и вы пришли сюда не просто так. Наверняка у вас был какой-то определенный запрос. Запрос на то, чтобы монетизировать свои знания, запрос на окружение, запрос на возможность путешествовать, запрос на деньги, запрос на получение признания от людей, запрос на созидание, запрос на помощь людям. Каждый, кто приходит в нашу ассоциацию, получает ответ на свой вопрос. И сегодня вы познакомитесь с нашей профессией, сегодня вы узнаете, кто такие интеллект-тренеры, что такое методика Superjump, и я вам гарантирую, что вы не пожалеете. Обратите внимание на уровень своей энергетики по 10-бальной шкале, и потом, когда закончится наше мероприятие, посмотрите тоже, что будет происходить с вашей энергией. Мы займем около 30-40 минут вашего драгоценного времени. С удовольствием ответим в конце на ваши вопросы. По мере того, как они будут у вас возникать, вы их запишите себе куда-то в блокнотик, и в конце в чате мы с удовольствием на них ответим. Но сегодня мы будем презентовать нашу ассоциацию и возможность реализовать себя и свой потенциал. Хочу вам напомнить о том, что не люди выбирают нашу профессию, а наша профессия выбирает людей. Мы ищем единомышленников, людей осознанных, гармоничных, культурных, богатых, жизнерадостных, духовно-нравственных, естественно. Люди, которые лентяи, которые бездельники, которые ищут какие-то пирамидальные схемы заработка. Можете сразу выходить с этого чата. Эта тема не про вас. Люди, которые высоконравственные, культурные, духовные. Люди, которые осознанные, которые гармоничные. Эта тема как раз-таки сегодня будет именно для вас. Здесь мы объединяем именно таких людей. И сегодня будем говорить именно об этом. И не только я буду сегодня выступать, но еще и будет выступать мой партнер, мой друг, член семьи, самая прекрасная женщина на свете, это Вера Макаренко. Сегодня поговорим о преимуществах данной профессии, о возможностях, о том, что получает человек, придя в нашу ассоциацию, как освоить данную профессию, вообще кто такой интеллект-тренер и что за продукт несет в мир Всемирная ассоциация интеллект-тренеров и о миссии компании. То есть сегодня вы узнаете именно об этом. Вот. Ну и в конце с удовольствием сделаем подарок всем, тем, кто досидит до конца. Вот. И подарок это будет книга, это знание. Деньги мы можем потратить, автомобиль может устареть, там какая-то вещь тоже может сломаться, да, а знание ваше – это самая лучшая инвестиция, когда, она никогда не уйдет от вас. Это то, что помогает вам расти, и то, что помогает вам улучшать качество жизни. Прежде всего, и перед тем, как мы будем говорить про профессию, мы поговорим о том, что за продукт мы даем и какую проблему на международном уровне решает сегодня Всемирная ассоциация интеллект-тренеров и каждый интеллект-тренер в частности и сама методика Superjump. Потому что прежде чем открыть какой-либо магазин, вам необходимо понять, а что вы будете продавать. А какой спрос сегодня, да, какого товара в вашем городе, в вашем районе. Соответственно, сначала мы поговорим о продукте нашей ассоциации и о проблеме, которую решает интеллект-тренер на международном уровне. Хорошо? Поэтому об этой задаче и об этих проблемах, об этих историях расскажет нам прекрасная Вера Макаренко. Верочка, тебе слово, включай свой микрофон, вижу тебя, центральная трибуна в твоем распоряжении. Ребят, можете поаплодировать, можете расслабиться. Вот, благодарю вас за ваш позитив, за ваш оптимизм. Вер, пожалуйста, расскажи вот про то, какие проблемы решает и какие задачи решает интеллект-тренер и профессия наша. Пожалуйста. Приветствую вас, приветствую, дорогие друзья. Вижу знакомые лица. Открывайте камеры, если это возможно. И, конечно же, приветствую всех тех, кто впервые попал вот на это мероприятие и кому дали ссылку. Сразу у меня к вам такое, знаете, такая рекомендация. Побудьте до конца, потому что иногда приходишь вот даже на фильм какой-то смотреть, да, и казалось бы, ну, какое-то начало непонятное, да, а потом развитие событий, и ты в конце уже понимаешь, так вот он, финал-то самый важный. Вот поэтому
Давайте познакомимся. Меня зовут Макаренко Вера. Я являюсь также основателем Всемирной ассоциации интеллект-тренеров и владельцем международной сети онлайн-интеллект-клубов. И вот тот прекрасный человек, который мне сейчас передал слово, это тот человек, который когда-то, 3 года назад, уже вот будет в июле месяце 3 года, как он постучался ко мне в Инстаграм, совершенно незнакомый человек, абсолютно незнакомый. У нас даже точек соприкосновения быть не могло. Мы с ним по месту жительства, мы с ним находились за 6 тысяч километров. Мы с ним абсолютно разные по возрасту, мы с ним абсолютно разные по виду деятельности, по роду деятельности, по нашему статусу, да, мы совершенно разные люди, но вот так случилось, что именно вот эта вот надпись, вот видите, вот она, интеллект-тренер, вот такая вот надпись на его поло, я ее увидела, и я как педагог, я не могла пройти мимо. Я, по-моему, если ты, Егор, помнишь, да, я на второй урок, я уже сказала, а где можно приобрести такую майку, где можно приобрести, на что он мне сказал, ну, ты когда станешь интеллект-тренером, конечно же, ты это получишь. Вот. И на сегодняшний день, на самом деле, я уже лично обучила больше 1000 учеников, и больше, ну, почти 10 тысяч человек это в моей уже команде с помощью того, что я передала эту профессию. Вот сегодня мы будем говорить о том, что это уникальная профессия, которую можно еще и передать. То есть ты можешь ее и сам освоить, и ты можешь передать, при всем при этом не теряя доход. Ну и вот смотрите, что же за это время произошло. Произошли абсолютные кардинальные перемены в моей жизни. Вот и среди вас есть, наверное, не так много людей, которые меня помнят еще 3 года назад. Ну, кроме Егора Белозерова. Поставьте сердечки, кто меня видел 3 года назад. То есть это кардинальные перемены вообще даже вот от внешнего состояния. Благодарю вас. До состояния гормонального, так скажем, да, эмоционального состояния. Это вот 2 разных человека. Более того, конечно же, я еще и реализовала, так скажем, одну из своих мечт. Я переехала жить к морю, потому что вот сейчас даже, я, видите, да, я нахожусь сейчас в Ливадийском дворце. Кто знает Ялту, привет. Передаю вам теплый солнечный привет вот из теплой Ялты. Вообще моя мечта была жить у моря. Я жила в Сибири. Я из города Ангарска, Иркутской области. И знаете, у меня такая была, ну, вот жизнь, да, мое тело жило в Сибири, а душа жила у моря. Вот, и я никогда не знала, как, какими инструментами мне сделать так, чтобы оно реализовалось. Почему? Потому что, смотрите, первое, что нас всегда держит, ну, конечно, держат стереотипы, убеждения, да, помните, где родился, там и пригодился, мы думаем, нас посадили как дерево, и мы должны жить там, где родились. На самом деле, выбор за нами, и теперь я понимаю, что планета, казалось бы, такая большая, но она и такая, знаете, она такая маленькая, что ее хочется везде побывать. И вот именно эта профессия, она дала ту возможность, друзья мои, ту возможность, потому что когда ты имеешь какой-то род деятельности, я педагог, я музыкант по профессии, я занималась различными духовными практиками, потому что знаете, да, что педагогика не дает много дохода, и мы с мужем чем мы только не занимались. У нас был и свой бизнес, у меня была и сетевая компания, у меня были и различные практики по помощи людям. Я вот единственное, что я всегда любила и люблю, я, конечно, люблю помогать людям. И все это никак не давало мне возможности вот просто путешествовать по миру и иметь доход. И вот первое, что меня здесь очень впечатлило, но я это поняла не сразу, я это поняла со временем, что я могу с собой вот так вот, вот мой телефон, вот моя, где вот такая вот штучка, да, либо это вот поло интеллект-тренера, где уже есть вышивки, да, либо это вот такие вот нашивки. Я их ношу с собой, либо какой-то значок, то есть опознавательный знак, и я провожу тренировки. То есть это то, чем занимается интеллект-тренер. То есть вот смотрите, почему она актуальна? Вот сегодня профессия интеллект-тренер, она очень актуальна. Почему? Потому что Егор вот поставил вам видео в самом начале, да, что действительно есть такая проблема, ребят. Ну вот есть проблема, и вот кто согласен со мной, поставьте, пожалуйста, тоже какие-то сердечки, дайте мне обратную связь, что есть проблема в том, что человеку не хватает сегодня энергии. У человека мало сегодня ресурсного состояния, мало сил. Согласны со мной? И знаете, что самое интересное? Я наблюдаю, мы же все находимся в открытом пространстве, да, у нас есть интернет, мы же живем в социуме, и мы каждый день наблюдаем за тем, что в принципе все знают, что это очень важно, иметь состояние. Вы видели таких блогеров, вы видели таких крутых специалистов, вы видели всех психологов, всех коучей, которые со всех сторон, они только и говорят, надо быть в ресурсе, надо уметь быть энергичным, надо быть напитанным этой энергией. То есть они все согласны, что энергия и состояние твое – это первично. Ребят, кто со мной согласен?
то состояние твое – это первично. Все знают. Ты как телефон, ты на самом деле как телефон, да, у телефона нет, вот сядет батарейка на телефоне, негде зарядить телефон, и что? И какой бы он дорогой ни был, все, бесполезная вещь, можно выкидывать, правда, если его негде зарядить. И человек также, да хоть он талантливый, хоть он гениальнейший, хоть у него там 500 дипломов висит за его плечами, если у него выгорание, если у него что-то не клеится в жизни, у него нет отношений, у него долги, кредиты, все, он подпросил, а еще такое, знаете, в мире что сейчас происходит? Что происходит? У нас с 20-х годов началась, да, вот такая вот эпопея, когда постоянно какая-то тревога, постоянно какое-то состояние, где ты не знаешь, что тебя ждет в будущем, правда? Вы согласны в этом? То есть вот это вот состояние человека все больше и больше начинает проседать. Опа! Знаем, надо быть энергичным. Как, ребята? Как? Никто не знает как. Потому что мало мне знать. Да, я мозгами понимаю, что это надо. Но дайте мне инструменты, дайте мне какие-то упражнения, чтобы я сама каждый день могла утром, проснувшись, открыть глаза и включить. Оп, тумблер. Гоу. И ты уже заряжен, ты уже энергичен, у тебя уже все поет, сердце у тебя поет. И ты на этом состоянии, ты начинаешь привлекать обстоятельства, людей, деньги, там, финансы, отношения. Все на этом состоянии у тебя пребывает. И о, эврика, ребята, интеллект-тренер и вот эта вот методика Superjump, запатентованная методика. Егор сегодня покажет вам действительно факты о нашей компании. Вот эта запатентованная методика, это ноу-хау. Это то, чего не было. Почему нам иногда не просто объяснить человеку, да, что мы преподаем? Да потому что невозможно объяснить, как мы преподаем состояние, как мы тренируем состояние. И у нас для этого есть 8 простых упражнений, ребят, тоже интеллектуальная собственность. 8 упражнений, 5 из которых заряжают тебя этим состоянием, а 3 упражнения, они тебе не дают из этой среды выпасть. Если ты каждый день будешь практиковать, то у тебя это состояние будет держаться. И вот теперь смотрите, давайте вы мне тоже дадите обратную связь. Вот все наши упражнения, они есть в открытом доступе. Вообще не проблема. Некоторые мне говорят, так а что же, зачем приходить к себе на тренировки? Зачем там платить деньги интеллект-тренеру? Я сейчас прочитаю, зайду все упражнения, я их прочитаю. Будете ли вы их выполнять, ребят? 100%. Один, может быть, я не знаю, один человек, может быть, из тысячи, может быть, дисциплинированно начнет это делать, но в любом случае ему нужны единомышленники, в любом случае ему нужна поддержка, в любом случае ему надо с кем-то поделиться прохождением этих упражнений. Согласны? Вот вы, кто из вас начинал с понедельника там тренировать свой пресс? Кто из вас с понедельника решил, я буду делать зарядку? Все, с понедельника там я бросаю курить, там, с понедельника я там начинаю, сажусь там на диету. Мы это делали 1000 раз, и 1000 раз мы с этих рельс сходили, правда? Почему? Потому что, смотрите, нам нужна дисциплина, нужна? Чтобы была дисциплина, вам нужен какой-то наставник, тренер. Нужен? Нужен. Нам социум нужен, среда нужна, группа поддержки нужна. И вот у нас как раз это все предусмотрено. Вот эта методика Superjump, я сейчас как раз вот за финаль, да, что это такое? Это уже созданная годами, апробированная методика, причем как раз вот развитие эмоционального интеллекта длиною в жизнь. Мы подарили человеку, по сути дела, новую максимум, что оказывается, можно натренировать, ребята, что энергию, счастье, его можно натренировать так же, как мышцы, так же, как память, так же, как речь свою, каждодневными упражнениями. И вот небольшая группа людей, небольшая, 8-10 человек онлайн, в онлайн-формате. Вот видите, как я провожу тренировки? В онлайн-формате, с разных стран абсолютно, но говорящие на одном языке, в одной группе, а может быть даже и с переводчиком, может быть даже есть такие группы, которые с переводчиком уже преподают. Так вот, эта методика, смотрите, она уже стандартизированная, отработанная, апробированная на 500 000 человек и просто переданная вот так вот в виде программы, вот в виде вот этой методики интеллект-тренеру.
И вот когда интеллект-тренер берет эту методику, конечно же, он помогает очень многим своим близким, друзьям, в первую очередь, конечно, а потом уже любому человеку в мире. Потому что по статистике у нас каждый второй, ребята, уже человек, он находится вот именно в стрессовых ситуациях, и каждый второй человек на Земле, он находится в хронической усталости. Но это вот первое об упражнениях и о преимуществе вот нашей профессии. Конечно же, Егор, если есть какие-то вопросы, ты пока готовь, задавай, а я хочу рассказать еще об одном преимуществе, знаете, это, наверное, профессия будущего, актуальна, чтобы вы тоже задумались. Каждый раз, каждый ребенок, наверное, в каждой семье думает, кем же он хочет стать, правда? Кем же он хочет стать? И вы знаете, сегодня, кто знает, что такое искусственный интеллект? Уже столкнулись, да, с искусственным интеллектом? Ребят, очень скоро, мы уже потеряли много профессий, а скоро потеряется еще очень много. Они уйдут в прошлое. Как, например, профессия библиотекарь. Кто сегодня пойдет на библиотекаря учиться? Скажите, пожалуйста. Это востребованная профессия? Вот. А вы знаете, что сейчас, например, вот даже такие профессии, как копирайтер, например, дизайнер тот же самый, вы знаете, что это тоже уже профессии прошлого. Почему? А потому что если я захочу сделать какой-то дизайн или интерьер там в своем доме, в своей квартире, у меня сейчас есть искусственный интеллект, ребят, который сделает это в разы лучше, чем это сделает живой человек. Представьте, то есть очень многие профессии, они канут в лето. И вот наша задача смотреть в будущее, потому что наша профессия, интеллект-тренер, это профессия будущего. Она уже актуальна, она уже решает вопросы, вот эти важные вопросы человека, и она профессия будущего. Почему? Кто считает, что будущее за онлайн-пространством? Все же очень многие бизнесы на Земле умирают, многие профессии на Земле умирают, правда? Профессия – это почему будущего? А потому что в будущем, друзья мои, знаете, что произойдет? Кто помнит, когда не было на Земле фитнес-зала? Кто это помнит? Кто это застал? Вот жители старшего, так скажем, возраста, а даже вот Егор Белозеров застал. Я думала, что 30 лет назад, но он, может быть, и не помнит это. А я это помню. Я помню, когда мы занимались, например, тело свое, чтобы его форму привести, мы ходили куда-то на тренировки, там, к учителю физкультуры, например, да, кто-то ходил там в какие-то самодельные какие-то там, их называли качки такие, да, в подвальных помещениях делали свои там какие-то тренажеры, никто за это деньги не платил, то есть это было вот так, знаете, на энтузиазме. Смотрите, сегодня профессия, вот уже и фитнес-тренер, и уже фитнес-клубы, это же у нас стало культурой, правда? Это же стало традицией, никто сейчас не скажет, что как, в смысле я буду платить деньги тренеру, и я буду ходить в спортзал и за это платить деньги. Ребята, у меня дома беговая дорожка стоит. Чтобы мне прийти в спортзал на беговую дорожку, мне надо деньги заплатить. Но это никого сейчас не удивляет. Почему? А потому что вот вышеперечисленные качества, я же вам их сказала, да? Я сказала, что нужно сопровождение, нужно сопровождение тренера, нужна дисциплина, нужно себя показать, естественно, да? То есть вот эта вот среда, она нам нужна. И вот онлайн-интеллект-клубы длиною в жизни, вот о чем сказал Владимир Докань, да, вот это карате-до, айкидо, тэквондо, дзюдо, вот эта приставка «до» — это путь длиною в жизнь, ребят, она ни разу не была применима к интеллекту, к эмоциональному интеллекту, к развитию мозга. Кто так считает? Смотрите, у нас сейчас очень в моде посещение каких-то тренингов, вебинаров, ретритов, марафонов, различных практик каких-то духовных, правда? Все ходят уже, это уже нормой, это уже стало, там, походы к психологам, коучам, это стало нормой. Ребят, это разовая ситуация, вы так считаете? Разовая ситуация. Какой бы вы марафон ни записались, он все равно конечный. А еще иногда мы записываемся в марафон, где, например, я смотрю вебинар, особенно там бесплатный какой-то вебинар, но я сейчас уже их не смотрю, потому что в Суперджанке есть все для того, чтобы ты стал полноценным, гармоничным. А когда-то я тоже была семинароголиком, и у меня было, знаете, 5 купленных вебинаров, которые даже не успела посмотреть, и я пришла уже к Егору Белозерову. С той поры я вообще не хожу теперь уже по вебинарам, по семинарам. Почему? А потому что ты ходишь, у тебя постоянно какая-то иллюзия, а ты приходишь, а там 1200 человек в эфире.
До тебя дела нету, до тебя нету дела. Ты заплатил, тебе продали, да, и дальше с тобой работает какой-то помощник или помощник помощника, он тебе там формально отвечает на какие-то твои стандартные там вопросы и так далее. И все это все равно заканчивается. Пошел ли ты на неделю или пошел ли ты на 90 дней, неважно. Эта тема заканчивается. И у кого, вот поднимите ручки, у кого есть такая практика, вы ходили, гуляли по всяким семинарам, и у вас скопились талмуды в шкафчике. У меня, знаете, у меня вся стенка скопилась вот этими книгами. Умные мысли, умные высказывания. Да все это круто, все это замечательно. Но нет ежедневной практики. Кто со мной каждый день вот так вот скажет: опа, давай, 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 сегодня твое упражнение, ну-ка проверь, ну-ка ты выполнил вот это упражнение. Ребят, вот. Вот это и есть наше ноу-хау. И почему я говорю, что это будущее? А потому что будущее за интеллект-клубами. Вот как фитнес-клубы, у нас интеллект-клубы, ребят, онлайн интеллект-клубы. И я вам расскажу историю. Когда я прошла методику Суперджамп, я прошла у нашего, как уже известного, Егора Белозерова, да, это мой наставник, и он меня после прохождения курса, а курс длится 10 дней по 1 часу в день. Скажите, можно найти 1 час в день для того, чтобы зарядиться энергией? Для того, чтобы розеточку, свою вилочку в розеточку общую вставить и зарядить себе энергией еще больше. Конечно, найдем этот час в день однозначно. И вот смотрите, что произошло. Он меня перевел в свой интеллект-клуб и сказал: Вер, ты сейчас тут побудешь, потом ты будешь открывать свои интеллект-клубы. Ребят, сейчас у меня больше 100 интеллект-клубов, в которых я уже не нахожусь, представляете? То есть я учу человека, как этот клуб создавать, и он передает это другому. И вот небольшая группа, 8-10 человек, каждый день, в любое уже удобное время, потому что это онлайн, это чаты онлайн, он в любое удобное время, он встал утром, открыл этот наш чат, который называется «Интеллект-клуб», у каждого он свое имеет название. Например, тот клуб, в котором я развиваю свой эмоциональный интеллект, называется «Город счастья». Кстати, как Ялта. Вот, «Город счастья». И представляете, ты утром выходишь в этот интеллект-клуб, и у тебя, когда ты видишь, что там происходит, у тебя мозг развивается в этот момент, снова выполняет упражнение, и у тебя есть настрой на весь день. Кто считает, что как день начался, так он и пройдет? Если он начался с какого-то негативного события, сообщения, там, вашего состояния, да, вы не выспались, там, да, у вас там разбудил вас какой-нибудь звонок из банка, например, там, да, вот, или что-то такое ночью произошло, не очень, там сосед, может быть, там буянил, не спал, да, у вас плохое настроение, вы еще его подпитали плохим какими-нибудь новостями, и день пошел вот так вот наперекосяк, правда? Мы же все знаем, что подобное притягивает подобное. А теперь смотрите, какой сценарий у нас, у интеллект-тренеров. Мы утром встаем, открываем чат, интеллект-клубы, мы заряжаем себя позитивом, выполняем все упражнения на практике, и день идет, друзья мои, как по маслу. Кто хочет так? Кто хочет так? Ну вот, друзья мои, это, конечно же, это великая, наша великая, на самом деле, методика Суперджамп, которую еще мало кто знает, ее мало кто знает в мире, но поверьте, за ней будущее. И, конечно же, это те люди, которые несут этот свет, которые взяли на себя миссию, взяли ответственность. Это ответственность, друзья мои, я честно скажу, интеллект-тренер – это ответственность, потому что ответственность не только перед самим собой, перед своей семьей, а перед планетой в целом, потому что я взяла на себя миссию помочь миллиардам людей. А кто им поможет? Вот представьте, если я знаю эту методику, я знаю, как за 10 дней человек из погасшего состояния начинает светиться солнцем. Ведь Сократ сказал, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. И вот представьте, если я это знаю, как я могу это сидеть и держать у себя, как говорится, внутри себя? Как? Если это мое предназначение, если мне дана такой инструмент в руки, если меня научили этому, конечно же, я понесу, конечно же, я этот свет понесу в мир. И вот это второе, ребят, преимущество, то, что профессия наша, она действительно очень востребованная, она очень актуальная. И, как я сказала, она онлайн. Она онлайн, она вас не привязывает к месту жительства, она вас даже не привязывает к вашему сегодняшнему делу, которым вы занимаетесь. Вы можете работать по найму, вы можете иметь свой бизнес, вы можете быть домохозяйкой, вы можете где угодно сегодня находиться. И второй своей профессии вы можете взять профессию интеллект-тренера. Кстати, друзья мои, Егор, у меня есть еще время? Ну, пожалуйста. 2 минутки. Кстати, эта профессия, друзья мои, она еще и очень быстро обучаемая.
Вот я сегодня загуглила перед тем, как нам встретиться, я загуглила на сегодняшний момент, например, сколько обучиться профессии. Да любой, ребят, ну давайте начнем с психолога. Психолог, да? Сколько это стоит и сколько времени тебе нужно обучаться? Ну точно не 10 дней и точно не месяц, правда? Точно. И профессия это стоит, ну, в среднем от 100 до 500 тысяч рублей, ребят, в зависимости от того, сколько лет вы будете на эту профессию учиться. Или возьмите, допустим, та же, вот сейчас уже, ну, я не знаю, насколько она там актуальна, эта профессия, дизайнер тот же, да даже на парикмахера, даже такого-то стилиста, вы будете учиться, ребят, вы будете учиться не просто месяцами, вы будете учиться годами. Наша профессия, она передается вот так вот, буквально за 10 дней. Егор, через сколько я, буквально через месяц я стала уже вести свои уроки, вот он не даст мне соврать, потому что когда-то я пришла стажером, я пришла к нему на уроки, я посмотрела, как это делается. Более того, во время самого курса он мне давал возможность выступить, то есть ты уже практикуешь во время прохождения. И дальше потом ты просто передается тебе это, ты запоминаешь, у тебя есть стандарт, потому что ты все делаешь по стандарту. И ты, по сути дела, ты не передаешь какой-то багаж знаний. Ребят, вот надо, знаете, что не бояться, что у меня там нет каких-то знаний, я, может быть, не специалист в этом деле, я никогда с людьми не работала. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного, потому что вы берете стандарт, он у вас в кабинете в личном, он у вас уже упакованный. Как только вы становитесь интеллект-тренером, вы берете под ключ уже вот этот вот, ну, как упакованную франшизу, и вы обучаетесь, стажируетесь, и уже в течение месяца вы можете стать полноправным вот таким вот членом нашей ассоциации, нашего сообщества. Вер, прекрасно. Спасибо огромное, ребят. Давайте поаплодируем за это прекрасное выступление. Я сейчас от себя тоже еще добавлю. А касательно миссии данной компании, вообще касательно меня. Я военнослужащий в отставке. 9 лет я служил в вооруженных силах. Срочная служба была в ВДВ. 8 лет в воздушно-космических силах. И, возможно, кто-то подумает, что приходит в ассоциацию только люди какие-то вот такие вот улыбающиеся, счастливые. Но обратите внимание на не только проблему человека, а проблему человечества. Выйдите сейчас на улицу или включите новости, что сейчас там трактуют. Сейчас идет война, какие-то перевернутые ценности, обратите внимание, да, посмотрите на людей, которые вас окружают, люди серые, хмурые, в интригах, в скандалах, в печали в какой-то вечной, да, и наверняка каждый из вас, у кого есть дети и внуки, вы хотите, чтобы ваши дети и внуки жили в прекрасном мире, в мире, где нет войны, в мире, где не летают каждые 24/7, вот у меня сейчас, я проживаю в Краснодарском крае, город Армавир, у меня здесь учебная база военная, и у меня постоянно 24/7 летают самолеты, или летают на Крым, или летают вот в эту историю. Да? То есть наверняка каждый из вас хотел бы, чтобы ваши родные и близкие жили бы в мирное время. Или нет? Ответьте себе на вопрос. Наверняка вы понимаете, что сейчас есть огромная проблема перед человечеством. Это экология, экологическая катастрофа. Климат меняется, животный мир вымирает, деревья вырубаются, океан заполнен мусором. Да, я к этому пришел тогда, когда у меня появился ребенок. И мой наставник, основатель нашей ассоциации Владимир Довган, миллиардер, автор 25 книг по саморазвитию, кандидат экономических наук, так выпала огромная честь учиться у этого человека. Он в один прекрасный день мне произнес такую фразу: «А ты знаешь, что мы нашу планету взяли в аренду у наших детей, у наших внуков?» Вот представьте сейчас себя, у каждого из вас есть родные и близкие люди, дети. Какую планету вы оставите им? Если вы сегодня копнете, немножко хотя бы напишите вот в Гугле про экологию, вы увидите, как меняется наш климат, как меняется экология, что сейчас даже проблема уже идет с пресной водой. И в некоторых странах уже вырабатывается определенное ограничение, сколько на каждого человека можно тратить в день пресной воды. Проблема с воздухом и так далее. Я вам скажу так, что война не всех убьет, которая сейчас будет, если она что-то будет. Да? Но экология, экологическая катастрофа, о ней должны заботиться все люди. И проблема в том, что все об этом говорят, но никто ничего не делает. А знаете, почему не делают? Потому что думают о том, что один, он ничего не изменит. Да кто я такой? Да, нас же учили, что я ничего не изменю. Да, нужно создавать волонтерские сообщества, делать что-то бесплатно. Вы делаете это за деньги. Друзья, в нашем мире сейчас, в наше время, в нашу эпоху, для того, чтобы вас услышали, вы должны быть очень богатым человеком. Поэтому наша ассоциация и зарабатывает уже сотни тысяч долларов онлайн. И у нас есть самая лучшая партнерская программа, которая все монетизировала. Да? Наша ассоциация в 74 странах, я сейчас об этом расскажу. Да, мы как раз-таки объединяем вот этих волонтеров по всему миру, чтобы работать не бесплатно, а чтобы создать огромную индустрию мировую и заявить о себе. Потому что если сегодня Илон Маск в своем твиттере что-нибудь выпустит, то сразу за ним пойдут люди. Люди, которые являются лидерами мнений. Да, если там
Тут же там Уоррен Баффет что-нибудь скажет, тот же Павел Дуров что-нибудь скажет, да, Джефф Безос, одни из самых богатых людей в мире, там, Марк Цукерберг, основатель компании Facebook и так далее, да, то есть если эти люди что-то будут говорить, их будут слышать лучше, чем тех волонтеров, которые за бесплатно там что-то делают, понимаете? Поэтому единственный способ для того, чтобы навести какой-то шум в мире, вы должны быть чертовски богаты, друзья. Чертовски, ну, как называете, как хотите, но только деньги эти не тратят на сибаризм, а деньги тратят на созидание. Вот сейчас я хочу включить вам демонстрацию экрана и рассказать как раз-таки про ассоциацию в цифрах и фактах, да, чтобы каждый из вас мог увидеть эту картинку того, чем мы занимаемся и что это за профессия, и насколько официально и сертифицировано. Суперджам в цифрах и фактах. 74 страны сейчас, в 74 странах преподают наши тренеры, педагоги нашей ассоциации. Профессия запустилась 4,5 года. В декабре 2018 года образовалась данная профессия, данная компания в онлайне, то, что мы сейчас делаем. Да, сейчас вот за 4,5 года, обратите внимание, мы зашли в 74 страны. Наша методика, которую мы преподаем, она переведена на 25 языков. Около 2000 педагогов сейчас по всему миру преподают данные инструменты. 4,5 года назад был один тренер. То есть происходит определенный рост, определенная геометрическая прогрессия. И да, от 1 до 2000 педагогов нам было тяжело. Но нам гораздо легче создать от 2000 до 20 тысяч. Знаете, такая геометрическая прогрессия. Называется такая система, да? Или лавинообразный эффект. Сейчас около 10 тысяч учеников каждый месяц знакомятся с нашей методикой. А теперь скажите, вот что касательно войны. Война идет. Но прежде чем остановить войну, нам нужно остановить войну между соседями. Ведь часто она происходит, да? Нам нужно остановить войну на кухне. Между родными, близкими людьми. Согласны? А для того, чтобы остановить войну между родными, близкими людьми, что нужно дать людям? Сделать их осознанными. Скажите, пожалуйста, счастливый человек будет ли вредить соседу? Ну, честно, ответьте себе на вопрос. Вы же все взрослее меня. Мне 30. И у меня такие сейчас идеи, такие истории. Да? Счастливый человек будет ли вредить? Будет ли оскорблять? Будет ли убивать? Будет ли бить? Будет ли приносить какой-то вред миру? Нет. Счастливый человек, свободный, независимый, который культурный, который гармоничный, который духовно развитый, понимаете? Вот наш продукт как раз-таки создает таких людей. Не годами, а за 10 дней. То есть самая укороченная версия. У нас собраны 8 упражнений, на поиски которых ушло около 35 лет. Потрачено около 4 миллионов долларов на то, чтобы найти, доказать, обосновать. И это методика, которая нужна каждому человеку, как воздух, как еда, как вода. Почему компания «Макдональдс», компания KFC, почему набирает колоссальные обороты, почему у них такая высокая капитализация? Потому что люди что? Едят. Они не могут без еды, понимаете? И вот Всемирная ассоциация интеллект-тренеров с продуктом SuperJump дает людям вот эту энергию. У всех у вас есть телефон. Этот телефон у вас заряжен. И когда он заряжен, выполняет огромное количество функций, согласны? Он может и фотографировать, и снимать, и музыку вы можете слушать на нем. Но как только садится батарейка на телефоне, что с ним происходит? Он становится бесполезным куском металла, стекла, вы даже им не знаете, там копать не сможете. Под мебель только подставить, чтобы она не шаталась. Неважно, сколько стоит ваш телефон, $10 или 10 тысяч долларов. Если он без энергии, он не рабочий. Аналогично также с человеком. Человек без ресурса, он находится в стагнации, в прокрастинации, в депрессии, ведет аморальный образ жизни, курит, пьет, ругается матом, бунтует постоянно, он несчастный. И вот эти несчастные люди как раз-таки несут деструктив в наш мир. И что делает Всемирная ассоциация интеллект-тренеров? Это первая в мире компания, которую объединили партнерской программой, первая в мире профессия за всю историю человечества. И первая в мире профессия, которая объединила в себе развитие духовное и материальное. 10 тысяч учеников каждый месяц, 25 языков передана наша методика, обратите внимание. Эти материалы вы можете спросить у человека, который пригласил вас сюда в ассоциацию на данное сегодняшнее мероприятие. Товарный знак SuperJump запатентован. Мы потратили 3,5 года, чтобы запатентовать этот товарный знак. Естественно, потратили и времени, с пятого раза только запатентовали знак. Что значит товарный знак? Наверняка вы знакомы с майкой Nike. Слышали? Марка Nike. Пума, Рибок, пожалуйста. Вот сейчас есть такая же марка SuperJump. Для чего? Сейчас позже об этом скажу. Товарный знак интеллект-тренер тоже запатентован.
Наша ассоциация и наша методика тоже является интеллектуальной собственностью. То есть это все зарегистрировано, это все официально. Это не просто так, что кто-то там создал какой-то супер-пупер мегапродукт, который мы сейчас раскручиваем. Да, это все доказано, это все, естественно, зарегистрировано. Аналогично, наша методика является интеллектуальной собственностью. Ее может преподавать только представитель нашей ассоциации. Если вы не представитель, то методику Суперджам вы преподавать не можете. Естественно, и зарабатывать на этом тоже не можете. Ну, если будете преподавать, то будете вовлечены в административной ответственности, значит, да, потому что это только может преподавать интеллект-тренер. Вот, пожалуйста, это наш мерчендайзинг. Это то, что мы будем запускать уже в 2023-2024 году. И каждый интеллект-тренер, каждый педагог нашей ассоциации будет зарабатывать еще и на этом. И представьте, когда люди начнут приобретать продукцию данной компании, это качественные вещи, естественно, из хлопка, из льна, из всех тех вещей, которые удобны для нашего тела. И это тоже хорошая реклама для нашей компании. Да? Наши юридические лица зарегистрированы в 5 странах. Соединенные Штаты Америки, Казахстан, Арабские Эмираты, Кыргызстан, Россия. 4,5 года, уже 5 стран регистрационных лиц. Да? Что это дает нашей компании? Это дает партнерам нашей ассоциации зарабатывать и в долларах, и оплачивать абонементы, и в тенге, и значит, в сомах, и в рублях. В Арабских Эмиратах тоже юридическое лицо, которое принимает, значит, доходы и выплачивает в доллар. Ближайшие у нас планы на месяц – это Монголия, Евросоюз, Китай, Япония и Латинская Америка, Белоруссия, естественно. У всех у нас есть определенный сайт, на котором все вы зарегистрированы, кто является представителем нашей компании. Да? Superjump.world, вы можете зайти, посмотреть, что на этом сайте. Сайт официальный, сайт открыт, там рассказано про ассоциацию, про миссию нашей компании. В этом сайте ведется бухгалтерия, то есть у вас есть свой личный бухгалтер, который показывает, сколько вы зарабатываете, вы видите свою педагогическую цепочку, вы видите, какие люди пришли в вашу команду, кто проходит сейчас обучение, какой номер телефона, как зовут этого человека. То есть за вас все делает эта техническая поддержка. Ну, естественно, доходы. Обратите внимание, что за 4,5 года компания, представители нашей ассоциации, вышли на такие доходы. Чеки. Это не только развитие духовное, эмоциональное, интеллектуальное, но еще и развитие материальное. То есть за 22 год, это доходы за 22 год, да, мой наставник Роберт Ра, вышестоящий наставник и Веры Макаренко, и нашей команды, заработал 58 миллионов рублей. Я понимаю, что сейчас, возможно, на этом эфире сидят люди, у которых доход сейчас 25, 30, 50 тысяч. И в вашей голове даже картина мира не может сложиться, что можно на педагогической деятельности, не имея продукта, такого, которого можно потрогать, заработать такие деньги. Но проблема не во мне. Понимаете? А проблема в вас, то, что вы не можете разобраться и поверить, и осознать, как работает сейчас в 21 году информационный бизнес. В 23 году, в 21 веке, да? Понимаете? 32 миллиона рублей наша прекрасная пара Артем и Ольга Яровые. То есть это показатель того, что бизнес этот можно вести с семьей. Представьте, где бы вы ни находились, взяли свою супругу или своего мужа, купили билет в Таиланд, в Индонезию, на Кипр, где бы, куда бы вы ни хотели. Пожалуйста, сели, уехали. Кайфуете, наслаждаетесь, у вас есть интернет и есть телефон, пожалуйста, занимайтесь данной деятельностью. Вера Макаренко, вот та прекрасная, замечательная женщина, которая перед вами выступала, за прошлый год заработала 16 миллионов рублей. То есть, ну, если вы поделите на 12, можете понять и осознать, какой доход в среднем у этого человека. Да? Прекрасная женщина, которая вот ничем вроде бы не наделена, никакими талантами, но просто она как-то раз доверилась мне и изучила, а как такое возможно, понимаете? Потому что здесь есть партнерская программа, это все очень сильно монетизировано. Потому что основатель индустрии, миллиардер и человек, который 38 лет занимается предпринимательской деятельностью. Расул Зулкашев, представитель Казахстана, Наталья Семенова, Томск, представитель MLM-компании Mary Kay, Марина Самсонова с Лос-Анджелеса, с Нью-Йорка, да, проживает, и для нее это как хобби, очень богатая женщина, ну и, соответственно, Егор Белозеров, вот мой человек за прошлый год, человек, который 9 лет прослужил в вооруженных силах, который не имеет какого-то там педагогического образования, каких-то навыков ораторского искусства, все это я приобрел здесь, хард-скиллы я приобрел здесь, но здесь еще и прокачивают как раз-таки вот эти софт-скиллы, состояние, энергию, ресурс, уверенность, харизму, ораторское искусство,
навыки управления людьми, это все здесь прокачивается. Да, Ирина Кожевникова, Эстония, Алексей Квашнин, значит, Россия, Ивашка, Евгений, Наталья, тоже Россия, это Сочи, тоже видите, что можно вместе заниматься вдвоем этим бизнесом. Ну и здесь вот Виктор Одинцов, это нейрохирург, человек, который с 35-летним или 40-летним стажем, который провел около 30 тысяч операций, очень грамотный мужчина, который создал аппаратуру, на этой аппаратуре проводит сейчас операции в России и в странах СНГ. И ну, вот такие вот люди, да, вы можете посмотреть, сколько эти люди заработали за 2022 год. И каждый год доходы увеличиваются. И, соответственно, сейчас включу тоже еще один файл, вам покажу. Еще одни преимущества данной профессии, чтобы вы понимали. Сейчас, секундочку, сделаю демонстрацию экрана, потому что кто-то принимает ушами, кто-то принимает глазами, как говорится. Секунду, сейчас так остановлю. Есть. Видно, да? Появилась картинка у вас? Отлично. Вот что касательно преимуществ. Первое преимущество – это международный бизнес, филиалы по всему миру. Второе преимущество, как уже говорила Вера, это онлайн-профессия, нет привязки к месту. Третье преимущество – для работы не нужен только телефон и интернет. Четвертое – это свободный график. В любое время вы можете заниматься педагогической деятельностью, чем бы вы ни занимались. Взять для себя как вторую деятельность, второй вариант дохода. Не храните яйца в одной корзине, как говорил Роберт Киосаки. Еще одно преимущество – это неограниченный доход. То есть вы можете зарабатывать больше, чем зарабатывает ваш наставник, как показывает вот Вера Макаренко. Да, за прошлый год ее доход составил 16 миллионов, мой 11. Ну, тоже неплохо. Еще одно преимущество – не требует специального образования. То есть вам не нужно 5-6 лет учиться, получать высшее образование, ходить в этот университет и зарабатывать только тогда, когда вы получите диплом. Вы зарабатывать можете сразу, как только приходите в ассоциацию и знакомитесь через 10 дней с методикой, понимаете? Сразу же можете зарабатывать. И совместимо с любым видом деятельности, чем бы вы ни занимались, юрист, экономист, таксист, программист, естественно, мамочка в декрете, пожалуйста, занимайтесь педагогической деятельностью, помогайте людям, вдохновляйте, мотивируйте. Профессия подойдет людям любого возраста и образования, занимающихся саморазвитием и готовых к обучению и помощи другим. Приветствуется опыт педагога, коуча, психолога, менеджера по продажам, ну и, соответственно, этим людям немножко легче здесь в ассоциации. То есть у них есть уже какие-то определенные хард-скиллы. Чтобы освоить данную профессию, что же надо вам? Просто пройти 10-дневный курс онлайн, длительное занятие по часу в день, то, о чем говорила уже Вера Макаренко, да? Пройти стажировку у наставника, как у меня проходила Верочка, несколько там тренировок еще посидела, потом я давал ей возможность выступить и преподать какое-то упражнение. Освоить стандарт проведения интеллект-тренировок, система дублицируется. Сначала провожу я или ваш наставник, вы смотрите, потом проводите вы, ваш наставник смотрит, потом проводите вы уже для своих партнеров, ваши партнеры смотрят. То есть система дубликации, все, готовый бизнес под ключ, и который сейчас набирает обороты. После стажировки что вы получаете? Естественно, это лицензированная профессия международного класса и доступ ко всем материалам, ко всем, значит, знаниям. Именной сертификат. Получаете легальное право заниматься деятельностью интеллект-тренера и зарабатывать на этом. Доступ к онлайн-платформе для приема платежей. Естественно, у вас своя бухгалтерия. Еще преимущество нашей компании, что интеллект-тренер зарабатывает каждый вторник. Как вам такие плюшечки? Не раз в месяц вы получаете доходы, а каждый вторник. Значит, навыки продаж вас обучают, рассказывают, тренеры, ваши наставники с вами проводят презентации, общаются с вашими людьми, ну и, соответственно, как привлекать клиентов офлайн, онлайн методами, это все здесь рассказывают. Помощь и поддержка, вы всегда сможете положиться на наставника и команду, а также получите доступ к системе внутреннего обучения. И крутые результаты. Повысите личные результаты во всех сферах жизни, хардскиллы, софтскиллы, и станете успешнее, энергичнее и счастливее. Это то, что дает наша ассоциация и то, что здесь приобретает. Поэтому это не только профессия, а это еще огромная международная команда, это окружение ярких, осознанных, гармоничных, культурных, богатых людей, которые волей-неволей вас начинают продвигать. У кого здесь не получится развиваться, друзья? У лентяя, у бездельника, у человека, у которого куча страхов, комплексов и так далее. Человек, который не обучаем. Он говорит, он себя запрограммировал и говорит, что методика не работает, наставник плохой. Человек, который ищет тысячу причин, друзья, у вас не получится. Но если вы амбициозный, если вы понимаете, что вы
легко обучаемый, если вы понимаете, что я готов помогать людям принять миссию данной компании и действовать то, что говорит вам наставник, я гарантирую, что за несколько месяцев вы можете выйти на колоссальный доход, если вы будете делать и выполнять то, что вам говорит человек, который уже в этой профессии достиг каких-то результатов. Ну и, соответственно, преимущество перед профессиями, значит, коучи, психологи, тренера личностного роста, вот весь информационный бизнес, который сейчас есть в мире, это, естественно, у нас команда. Тут работа команды. Второе преимущество – это пассивный доход. То, что вы с каждым днем, занимаясь здесь педагогической деятельностью, зарабатываете все больше и больше, создавая, как говорила уже Вера Макаренко, свои собственные институты. Третье преимущество – это преодоление языковых барьеров. Вы можете зарабатывать по всему миру. Я, находясь в Армавире в Краснодарском крае, зная один язык, зарабатываю и в Монголии, и в Израиле, и в Европе, потому что наши тренеры преподают сейчас на разных языках. Я обучил этих людей, мои партнеры обучили этих людей, и мы сейчас помогаем людям по всему миру. Вот такая вот история, вот такая вот ассоциация. Что нужно для того, чтобы приобрести данную профессию? Просто дайте себе возможность, напишите сегодня человеку, который пригласил вас сюда, который отправил вам, возможно, данные ссылку, разберитесь подробнее, зайдите хотя бы на 10-дневный курс, посмотрите, что за методика, что произойдет за 10 дней с вашим состоянием. Кто-то тренера проводит за 9 дней, ну, результат один и тот же, да, 9-10 дней, неважно, какое состояние получите вы, и потом у вас нарисуется картина, а что же получают люди, а что же я могу давать людям, а что же это такое, а что же это за упражнения и чем занимаются интеллект-тренеры. Говорить можно много, теории достаточно на просторах интернета, тысячи видеоотзывов благодарных людей и у меня, и у наших партнеров, и у тренеры, которые кардинально изменили свою жизнь, начали путешествовать, там, начали больше зарабатывать, избавились от таков найма, стали материально независимым, получили окружение, вот, прокачали свои какие-то определенные скиллы, навыки ораторского искусства, харизмы и так далее, это то, что дает наша ассоциация. Ну и, соответственно, это профессия, о которой, возможно, вы никогда не слышали, кто сегодня впервые, и это нормально. Поэтому у вас есть возможность быть первыми. Когда уже будут все слышать об этой профессии, тогда будет уже поздно, дорогие друзья. Я вам скажу честно. Потому что поэтому будьте первооткрывателями, будьте первопроходцами. И кто, если не вы, и когда, если не сейчас, будут делать этот мир лучше благодаря своим знаниям, благодаря своим намерениям для своих детей, для своих внуков. Поэтому, друзья, призываю каждого из вас сегодня написать человеку, который пригласил вас на это мероприятие, узнать, как пройти 10-дневное обучение, записаться в следующую группу, познакомиться с данной методикой. Вы ничего не теряете. Обучение стоит там буквально $100. Да, там где-то, если в Европе оно подороже, в России подешевле, ну, в среднем обучение стоит $100 за 10 дней, плюс еще 20-дневное сопровождение в интеллектуальном клубе. Это как чашка кофе, друзья. Если вы каждый день пьете кофе, кушаете пончик, это выходит где-то 250 рублей. Вот, пожалуйста, в день 250 рублей, да, если вы будете обучаться. Но за 10 дней вы уже поймете, что это такое и с чем его едят. И если вы скажете, что это не ваше, и вам не понравилось, компания вам даже вернет деньги. То есть мы настолько открытые, настолько гуманные, и мы 100% возвращаем средства. Поэтому вы ничего не теряете, 10 часов вашего драгоценного времени, но если вы сегодня познакомитесь с данной профессией, то жизнь ваша также кардинально изменится, как у меня, как у тысячи наших тренеров, которые здесь в компании, как у Веры Макаренко. Вы сможете путешествовать, наслаждаться жизнью, вот, с любой точки мира преподавать и не только получать деньги, но еще и получайте признание, друзья. Поэтому принимайте решение, узнавайте про бизнес у своих партнеров, те люди, которые пригласили вас. И, конечно же, подарок – книга. В 2023 году наш основатель данной компании написал книгу, которая называется «Суперджамп. Интеллект-тренеры. Команда номер один в мире». И у каждого тренера эта книга есть, и она не раз прочитана, я уверен. И в этой книге от А до Я написано про преимущества, про нашу компанию, нашу ассоциацию. Книга читается в течение 3 часов. Поэтому рекомендую сейчас написать своему человеку, который вас пригласил, слово «счастье». Счастье. И этот человек вам отправит книгу, которую вы прочитаете и познакомитесь с данной индустрией. Дайте себе возможность. Какие бы у вас сегодня впечатления не сложились о данной компании, о данных людях, просто разберитесь. И если они у вас складываются какие-то плохие, то это просто проблема в вас, а не в данной компании, не в данном продукте. Это простая истина. Поэтому всем прекрасного дня, замечательного настроения. Добро пожаловать во Всемирную ассоциацию интеллект-тренеров. Добро пожаловать в международную индустрию, в самую дружную международную семью. Всем пока-пока. До встречи.